ночь на 30 марта на заводе Кунина в Засаморской Слободе вспыхнул пожар. Возле завода, рядом с большим количеством лесопильного материала, запылал дом. Среди обитателей Слободки это вызвало большую панику, так как река Самара уже тронулась, и переправа через нее сделалась невозможной ввиду отсутствия специальных для этого приспособлений. Шел я дальше. Незнакомка улыбнулась мне с поляны. Руки гнулись, как лианы, и она смеялась громко. Из города на пожар в Засамарской Слободе выехали три пожарные части. Но так как о переправе обозов не могло быть и речи, их пришлось оставить здесь же, у берега реки. Но брандмейстер Макроусов вместе с двумя помощниками и 11 служителями решил все-таки помочь локализации пожара. И для этого они попробовали переправиться через Самару. Для этого ими были взяты несколько лодок, стоявших здесь же на ремонте. А так как весел к ним не было, то пожарные воспользовались дощечками вместо весел. Переправа при таких условиях была опасной и рискованной для жизни. Но, несмотря на это, пожарные справились. Добравшись до противоположного берега, пожарные должны были пробежать еще около 2 верст до места пожара. За это время дом уже почти полностью сгорел. Поэтому пожарные приложили все усилия не к его спасению, а к спасению близлежащих строений и лесного материала. Пожар был полностью локализован к 4 часам утра. Сгорел только один дом, но это лишь потому, что ближайшие строения и лесные материалы были намочены дождем, прошедшим накануне. Убыток от сгоревшего дома составил 3500 рублей, при том, что дом был застрахован в обществе «Россия» на 2500. Ну и еще, как удалось выяснить несколько дней спустя, пожар возник от зажженной лампадки, стоявшей возле вербы с бумажными цветами. Обитатели дома слишком поздно заметили пожар и выскочили на улицу, кто в чем был, едва завернувшись в одеяло. А пока пожарные борются с огнем в Засамарской Слободе, мы поговорим о том, чем еще жила Самара в весенние дни 1914 года. 30 марта в притвор Петропавловской церкви неизвестно кем был подкинут младенец женского пола. Около недели от роду на правой руке младенца был обнаружен номер 36 родильного приюта Самарской земской больницы. И в этот же день утром в дом Поликарпова на Саратовской улице в сене Евдокии Гришиной также был подкинут ребенок женского пола. Оба подкидыша были отправлены в приют. А вот местный садовладелец Малышев, явившись на биржу, в присутствии многих членов биржевого общества принес горячую благодарность землевладельцу Колесникову, который накануне спас 9-летнего сына Малышева. Дело было так. На земле Журавлева, близ Тамашева колка, бешеная лошадь, схватив ребенка, начала было грызть его. Но благодаря вовремя подоспевшему Колесникову, мальчик был спасен от неминуемой гибели. В результате мальчику была сделана прививка, и он отделался легкими ранами, а бешеная лошадь вскоре сдохла. А сейчас мы дадим слово беллетристу местной газеты и вместе с ним расскажем еще об одной весенней истории. Вальдемар, как звали его приятели, был сыном богатого помещика. 2 года назад окончил университет. За годы студенческой жизни, привыкнув к праздному времяпрепровождению, удачно избегая всех прочих искушений, одного он все-таки избежать не смог. И одна страсть у него была. Это была страсть к быстрой езде на автомобиле. Вот и теперь он отправился на своем автомобиле за город, прихватив не только бензин на обратную дорогу, но и несколько бутылок шампанского. Отдыхая с приятелями на даче, Вальдемар
заметил. А ведь вам, друзья мои, так не удалось провести меня в прошлом году на 1 апреля. Держу пари, не удастся и на этот раз. Ну, это от того, что в прошлом году мы неумело взялись за дело, возразили ему приятели. А вот если шутка придумана хорошо, ни один человек в мире не сможет избежать ее. Впрочем, если хочешь пари, пожалуйста, но чур проигравший кормит ужином всю компанию. Так было заключено пари. После чего некоторые пошли покурить, а другие просто подышать воздухом. Незаметно пролетело время. И вот уже Вальдемару надо было возвращаться в город, так как он обещал товарищу-актеру подбросить его в театр к началу спектакля. «Не забудь заказать пари для проигранного ужина!» – кричали друзья вслед отъезжающему автомобилю. «Не забуду, если привезете денег, чтобы угостить меня!» – отвечал им Вальдемар. Но совсем скоро произошедшее неожиданное событие заставило его забыть и о первоапрельских шутках, и о пари, и обо всем прочем. Развивая страшную скорость, автомобиль мчался по ровной дороге, ярко освещенной двумя рефлекторами. «Осторожней!» – вдруг крикнул товарищ Вальдемара. «Я вижу на дороге людей!» И правда, занимая всю ширину дороги, прямо навстречу автомобилю двигались пять субъектов, которые шли, обнявшись, неровной и шатающейся из стороны в сторону походкой. Попав в полосу рефлектора, они вдруг разделились, причем один из них, средний, будучи, вероятно, пьянее своих товарищей, упал, как подкошенный на шоссе. У Вальдемара помутилось в глазах, но было уже поздно. Автомобиль быстро проскочил через упавшего, оставив его на несколько сажен позади. И в ту же минуту раздался адский крик, очевидно, раненого человека. Высадив у театра товарища, Вальдемар вернулся к себе в скверном расположении духа. Он не мог забыть об оставленном им на дороге пострадавшем и долго не мог уснуть. Ну, в конце концов, выпитое вино взяло свое, а утром, когда еще не было 9, его разбудили, доложили о полицейском, который пришел по весьма важному делу. Полицейский тотчас приступил к исполнению служебных обязанностей. Нашим управлением получено телеграфное сообщение с требованием разыскать владельца автомобиля с таким-то номером. По нашим сведениям, этот владелец вы. Вас будут преследовать за серьезные поранения. А пока прошу дать подписку о невыезде. Оставшись один, Вальдемар предался мрачным размышлениям. Но едва он окончил свой завтрак, как к нему ворвалась пожилая особа в очень возбужденном состоянии. Она оказалась тещей страдавшего. «Но я не виноват, сударыня, что ваш зять был пьян, как стелька!» Попробовал оправдаться Вальдемар. «Ах, не виноват! Уж не получили ли вы поручение от общества трезвости добить всех, кто только немного выпил?» Взбеленилась теща. «Хорошо же, я иду в суд!» Вальдемару едва удалось вручить ей 300 рублей на первое время. А на следующий день он сам, прихватив перевязочный материал, отправился к пострадавшему. Но у дома по указанному адресу он нашел неутешную тещу. «Слишком поздно», — сказала она. В глубоком молчании они вошли в дом, где на столе, накрытое белой простыней, лежало тело пострадавшего. «Разбойник! Убийца! Посмотри, что ты с ним сделал!» – закричала теща и сорвала простыню. Перед Вальдемаром лежал манекен, измятый автомобильными колесами, а на нем картон с надписью «С 1 апреля!
Вальдемар, ужин за тобой. Так пошутили друзья-приятели над своим товарищем. Впрочем, друзья ли, этого мы не знаем. А вот что еще, кроме шуток, случилось в Самаре в те же весенние дни 1914 года. Крестьянин Симбирской губернии Иван Лунин, проживающий в номерах Митрофанова, заявил о краже у него во время его сна вещей на сумму 29 рублей 40 копеек. Самарский крестьянин Федор Никитин, обратившись в полицию, заявил о краже у него из кармана 332 рублей, похищенных Михаилом Давыдовым. А вот мещанин Ефим Топорков, живущий по Предтеченской улице в доме номер 105, сообщил о краже у него имущества на 95 рублей, совершенного его женой Марией Топорковой, которая объяснила, что она лишь взяла собственные вещи. И еще о Засамарской слободе, отрезанной от города, разлившейся рекой Самарой. Весной 1914 года возле берега было совершено несколько похожих краж, заставивших полицию установить наблюдение за праздно шатающимися возле хлебных амбаров мальчишками. Полиции удалось выяснить, что под одним из этих амбаров, принадлежащих Вавилову, ютится целая компания бездомных мальчуганов. Тогда надзирателем сыскного отделения Долгановым вместе с агентами был предпринят ночной обход, в ходе которого удалось на месте накрыть 6 малолетних бродяг, уже прекрасно известных сыскному отделению. Здесь были и 13-летний Анатолий Булычев, и его приятель, 11-летний Петр Аквавилонов, который легко проникал в любую форточку, после чего впускал в дом остальную компанию. Был здесь и Константин Долгошеев, 13 лет. Кстати, сын местного домовладельца, пошедший по следам своих старших братьев, один из которых находился на каторге, а другой отбывал наказание в арестантских отделениях. А вот старшим в этой компании был некто Виктор Просвернин, 16 лет, который хромал на одну ногу и, пользуясь своей убогостью, входил в доверие и выполнял роль наводчика. Здесь же под амбаром были найдены инструменты для совершения взломов и много краденных вещей. Когда задержанные протрезвели, все они в один голос заявили, что занимаются исключительно воровством. А вот к родителям возвращаться не желают. Скучно у родителей. Не хотим мы по домам. Уже, уже нить лесная. Комаров порхают флоты. Тут ее спросил я: кто ты? И прозвякала: весная! С вами был Михаил Перепелкин.